Начинаем крутить барабан. Готово? Да, барабан закрыт. Поехали. Купи модем, выиграй планшетник. Акционерное общество «Алтел», первый сотовый оператор, предоставляющий услуги мобильного скоростного интернета «Джет», наградил своих абонентов приятными подарками. Подключившись к «Джет», пользователи получили не только высокоскоростной интернет, а также флешки, модем и планшетники. «Джет» позволяет с очень высокой скоростью выходить в интернет, получать большое количество информации. Сами понимаете, интернет сейчас – это услуга достаточно повсеместная и необходима в любом доме, в любом предприятии, для каждого сотрудника, а также для каждого человека. Илья, это твой первый компьютер, да? Держи. Свой первый планшетник выиграл Илья Томкин. 10 лет парень на «ты» с компьютером. Интернет-джет помогает ему осваивать еще и просторы всемирной паутины. Компьютер мне очень понравился, он такой красивый. Сетью покрытия «Джет» является 141 населенный пункт, из них 17 крупных городов. Его мобильность и скорость уже оценили тысячи казахстанцев, ведь модем всегда под рукой и позволяет любой точке Казахстана выйти в интернет. В принципе, я взяла и довольна. Причем я взяла два «Джета». Один для себя лично, один для работы. Возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и получать за это подарки еще есть. Акция «Джет» продолжается. Абоненты, купившие модемы, до конца ноября будут участвовать в новом розыгрыше. Екатерина Попкова, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».